Сейчас в Самаре проходит второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к победе» памяти героя России Андрея Рябцева. Лейтенант был коренным москвичом, с первых дней принимал участие в СВО. Свой первый отпуск Андрей провел в Самаре. Приходил на встречи со школьниками, рассказывал про патриотизм и важность тыла. 28 октября прошлого года Андрей Рябцев погиб при исполнении воинского долга. Это очень важное для меня мероприятие, потому что с погибшим Андреем Рябцевым, именем которого назван фестиваль, я был знаком. Хороший, честный, русский человек. Александр Пелевин уже бывал в Самаре и проводил здесь творческие встречи. В декабре 2023 года писатель открыл своим выступлением второй сезон фестиваля «Путь к победе». В этот раз приехал вместе с другом Владимиром Селивановым, основателем группы «Черная ленточка». Моя музыка, в общем-то, всегда связана так или иначе с темой героизма. Вот. И героизм в жизни у меня всегда находит отклик. Героизм – это ситуация, когда человек интересы своей веры ставит выше своих личных интересов. Фестиваль «Путь к победе» – это совместный патриотический просветительский проект Самарского дома офицеров и военно-гуманитарного общества «Запасная столица». Вот этот фестиваль – это один из многочисленных примеров. Вот «Спайки тыла и фронт» – сюда приходят и военнослужащие, и ветераны СВО. Они чувствуют поддержку тыла, они вот видят то искусство, которое, можно сказать, ради них создается. Мне кажется, это имеет очень большое значение. Первый сезон фестиваля прошел с декабря 22 года по май 23-го. За это время областную столицу посетили скрипач-виртуоз Алексей Исаев, известные историки Алексей Исаев и Егор Яковлев, поэт Дмитрий Мельников и писатель Юрий Поляков. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.